Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Сегодня у меня уже второе видео за день, потому что сегодня, как я и обещала, пятница, 6 декабря, и я подвожу итоги розыгрыша ватного Деда Мороза со Снегурочкой. Давайте приступим. Я буду производить подсчет голосов в специальной программе, поэтому переключаю камеру с меня на ноутбук. Запускаем программу. Итак, у нас с вами пошел подсчет голосов. Он займет некоторое время, потому что в розыгрыше приняло участие достаточно много народу. Больше 3000 комментариев, поэтому программа будет считать достаточно долго. Ну и пользуясь случаем, мне хотелось бы поблагодарить моих подписчиков, которые писали мне столько всего приятного. Я даже не на все успевала ответить, но я все прочитала. Спасибо вам огромное, мне безумно приятно было читать все то, что вы мне писали, и на самом деле это очень вдохновляет меня на то, чтобы снимать дальше видео, потому что я вижу, что это действительно востребовано, что оно кого-то вдохновляет, даже если вы не повторяете мастер-классы, но если это вызвало какие-то приятные эмоции, какие-то приятные воспоминания, значит, все это было не зря, значит, то, что я снимаю, оно кому-то нужно. Спасибо вам за это. И мне очень-очень приятно. Сейчас мы узнаем, кому же отправятся эти Дед Мороз со Снегурочкой уже на следующей неделе. Итак, победитель Тамара Корниенко. Тамара, я вас поздравляю, вы стали победителем моего розыгрыша. Я пущу по экрану мою электронную почту, обязательно напишите мне ваши контактные данные, чтобы я могла с вами связаться и отправить вам посылку с законно выигранным призом. Я надеюсь, что эти Дед Мороз и Снегурочка порадуют вас на этот Новый год. Ну, а теперь буду прощаться с вами. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Спасибо всем, кто принял участие в розыгрыше. На сегодня все. Всем пока!